Всем привет! Как вам мои розочки? Правда красивые? Это розочки из бумаги. Выглядят очень даже аппетитно. Даже мне сказали, как зефирки. Да, на самом деле это так и есть. Сегодня у меня розы будут тоже, но уже я буду показывать, как красиво завязать платочек и сделать вот такую красоту. Вот этот можно на пояс. Я так пробовала. Очень даже изящно и красиво получается. Эту розочку очень легко можно развязать. Допустим, освежить, постирать. Легким движением. И косыночка готова. Сейчас мне задача правильно показать, чтобы было понятно. Значит, делаем по диагонали, завязываем такой узелочек, так, одеваем на руку, получается вот таких два конца, заводим вот в этот противоположный конец, его вытаскиваем, другой конец берем. Делаем два таких поворота и спускаем вот сюда, одну сюда, одну сюда. Получается такой узелок, тянем, не быстро, аккуратненько. И уже получается, образуется уже вот такая розочка красивая. Просто. Вот здесь у меня платочек побольше. Вот это уже такой большой платочек. Этот можно на пояс, можно на шею. Ну, переворачиваем его с другой стороны, с левой. И вот по диагонали завязываем. Здесь будет немножко сложнее показать. Ну, в общем, главное узелочек такой затянуть. Довольно-таки хорошо, да? Берем на руку и руку заводим в противоположную сторону и вытаскиваем уголок. Вот, беру в эту руку. Два раза раз, меняем руки. И теперь отпускаем. Вот, два конца. Та-да-та-да. И получается вот такой. Такая красота уже получается. Мне уже нравится. Вот, смотрите, какая красота. Это уже такой большой. Можно поменьше. Значит, его затягиваем побольше. И будет, мне кажется, если на пояс, будет так красиво. К платью подобрать, допустим, к платью по цвету платочек. Может, у кого-то есть даже. У женщин всегда есть много всяких красивых вещей. И платочков, косыночек. Вот. Смотрите, какая красота. Очень красиво. Пробуйте, женщины. Очень рекомендую. Смотрится изящно. Но даже из вот этого, такой, казалось бы, такой простой материальчик, ситец, по-моему. И тем не менее получается вот такая красота. Я желаю красоты, здоровья и любви. До новых встреч!